Ну а тем временем хлебопекарни получат господдержку. Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба предприятиям. Размер возмещения составит 2000 рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения. Организация, получившая компенсацию, должна зафиксировать цены на свою продукцию. Объем поддержки составит от 1 миллиона рублей до 3 миллионов 600 тысяч за месяц работы. Средства будут доводиться до получателей на основании соглашений между Минсельхозом России и властями регионов. Решение о поддержке хлебопеков входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента Владимира Путина.